Каждому красноярцу по триколору на левобережной набережной. Волонтеры устроили акцию. Они раздавали горожанам небольшие бело-сине-красные флажки. Таким образом, добровольцы решили поблагодарить жителей за участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Напомним, голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Свое мнение выразили 59% жителей региона, и большинство поддержало изменения основного закона страны.